Привет. Задаешь ли ты себе вопрос, а такой ли жизнью ты живешь, о которой мечтаешь? Ощущаешь ли ты счастье, занимаясь тем, чем ты занимаешься? Есть ли у тебя результаты, которыми ты гордишься? Перед собой, перед семьей, перед обществом. И если же твой ответ до сих пор нет, то после просмотра этого видео гарантирую, что ты сразу сделаешь первый шаг на пути к этому. Это будет отправная точка, которая изменит всю твою жизнь. Меня зовут Алекс Яновский. И если ты еще обо мне ничего не знаешь, то представлюсь. Я основной владелец и генеральный директор компании «Суши Мастер». Мы строим международную сеть ресторанов японской кухни. Сейчас у нас 175 ресторанов в 10 странах, 99 городах. А 3 года назад их было всего 13. Через всего каких-то 3-4 года наших ресторанов будет более 1000 в разных концах земного шара. И в ближайшем будущем моя компания впишется в историю мировых корпораций, таких как Starbucks, Макдональдс, Бургер Кинг. Параллельно с этим я идейный вдохновитель и основатель крупнейшей школы бизнеса и личностного развития. В ней обучались более 20 тысяч человек, для которых это было, возможно, как и для тебя сегодня, отправная точка в создании своей выдающейся жизни. Начиная с поиска себя в этой жизни, раскрытия потенциала и воспитания лидерских качеств, до занятия дела жизни, открытия бизнеса и развития больших компаний. Сейчас я хочу тебя поздравить. Ты молодец, раз смотришь это видео. Ты думаешь, как и я. А таких, как мы с тобой, единицы. Нас составляет 1% из всех людей на Земле. Мы относимся к тем удивительным людям, которые способны менять окружающий мир и себя в нем. Это сложно, больно, но я уверен, что ты сумеешь, и тебе это понравится. Я же сумел, а значит и ты сможешь. Я готов помочь тебе в этом. Сейчас мне 50 лет. И, скорее всего, большую часть жизни я уже прожил. Однако с большой уверенностью я хочу сказать, что все лучшее еще впереди. И у меня присутствует уверенность, что все только еще начинается. Гарантирую, что и у тебя тоже. А теперь посмотри вокруг и задай себе вопрос. Почему ты сейчас смотришь это видео? Когда тысячи людей вокруг тебя об этом даже не задумываются. Ответ прост. Огромный размер твоего желания сделать что-то выдающееся, нераскрытый пока еще потенциал внутри тебя, которого природа нам всем раздает, но в разном количестве. Представь себе два сосуда. Один огромный, а второй маленький и узкий. Ты и я – это огромный сосуд, который нуждается и требует, чтобы его заполнили до краев, и таких людей всего 1%. А 99% людей – у них маленький сосуд. У них нет потребности в этом, у них нет желания даже такого.
Им это не нужно. Им достаточно того, что они имеют. Вот поэтому они сейчас делают не то, что ты. И не переживают даже близко по этому поводу. Слишком маленькие желания, очень доступные, которыми легко насладиться. Они счастливы и так. Им достаточно. И больше не нужно. Вот и все. А ты нет. Ты сейчас не чувствуешь счастья на 100%. Тебя точит что-то изнутри. Ты не испытываешь удовольствия. Потому что счастье зависит от того, насколько удовлетворены твои желания. Без этого ты не сможешь испытывать счастье. Внутри тебя живет желание чего-то очень большого. Поэтому ты сейчас в поисках. Поэтому ты и смотришь это видео. Ты ищешь, как и чем наполнить свой сосуд. Другими словами, как реализовать свой огромный потенциал, который у тебя есть. Удовлетворить свои желания. И это желание не дает тебе покоя и никогда не даст. Ты будешь мучиться от неудовлетворенности постоянно, пока ты не начнешь заниматься своим истинным предназначением, пока ты не начнешь реализовывать себя. Ведь природа не издевается над нами. Если она дает такие желания, такой потенциал, то она 100% дает возможность реализовать его и достигнуть то, о чем ты мечтаешь. Поэтому я хочу тебя поздравить. Не каждому дано быть чемпионом. Вот у тех людей и не возникает такого желания. Им на самом деле легче приходится, к ним меньше требований. А у кого есть потенциал, талант, как у тебя и у меня, приходится гораздо труднее. Потребность реализовываться, стать лучшим, просто распирает нас изнутри, не дает покоя, толкает к действиям. Это непростой путь, но идти по нему надо обязательно. Потому что несостоявшийся, погубленный потенциал – это очень большая беда. Не сможешь или не захочешь применить свой дар на пользу людям, будешь наказан депрессиями, отсутствием удовлетворенности и счастья от жизни. Природа требует захотеть стать успешным, решить, в чем именно, и двигаться каждый день, двигаться в этом направлении. И у тебя получится, поверь, невозможное возможно. Запомни этот принцип. Теперь ты будешь повторять его каждый день, потому что это так. И это тебе поможет. Потому что это помогло мне, и не только мне. Невозможное возможно. Ответь себе честно на вопрос. Ты проституцией занимаешься? Под этим словом я подразумеваю любое дело, которое не приносит тебе удовольствия. И неважно, даже если это тебе приносит деньги на существование. Каждый день двигайся в сторону того, чтобы любое твое занятие приносило тебе радость. Только в этом случае ты достигнешь экстраресультатов. Научись чувствовать себя в первую очередь, свои желания. То, к чему ты склоняешься. Свои сильные стороны. Свои слабые стороны. Отбрось навязанные стереотипы. Думай о себе сначала, не о других. Не пытайся примерять на себе другие жизни. Думай только о том, что тебе нравится больше всего. Только тебе. Занимаясь только такими делами, у тебя будет появляться страсть, которая будет разжигать внутри тебя огонь. Каждый день у тебя будет как праздник, и
твои глаза начнут гореть. Тебе захочется улучшаться в этом деле и становиться мастером. Только через любовь ты сможешь нащупать свой путь. И только она поможет тебе преодолеть все проблемы и препятствия. Потому что их будет очень много. В реализации твоего потенциала, чем ты не займешься, будет непросто. Иногда даже очень сложно. И любой рациональный человек бросит это, если только не будет влюблен в то, что он делает. И на самом деле так происходит с большинством людей. Если ты внимательно посмотришь на людей, кто добился успеха в глазах общества, то зачастую их отличало от других то, что они любили то, чем занимались, а поэтому могли преодолевать тяжелые времена. Впереди у нас с тобой будет много большой и иногда даже тяжелой работы. И если ты не будешь любить свои дела, которыми занимаешься, ничего не получится. Сейчас через свои желания ты сформулируешь свои цели. Через свою любовь ты выберешь свой путь и подберешь дело, в котором будешь реализовывать свои мечты. Не переживай, если сейчас у тебя нет такого дела. С каждым шагом мы обязательно с тобой его найдем. Сейчас тебе нужно понять одну важную истину. Возможно, тебе будет больно. Но дальше ты не сдвинешься, пока это не примешь. Это очень важно для твоего успеха. Во всем, что с тобой происходит, вина только твоя. Любой результат, который у тебя есть, это следствие только твоих действий. Деньги, работа, бизнес, статус, положение в обществе – это следствие того, кто ты есть на самом деле на сегодняшний день. Ты несешь ответственность за все. Без этого никак. Это называется лидерство. Ни твоя семья, ни страна, ни общество, в котором ты находишься, никто не виноват ни в одной твоей проблеме, ни в одной неудаче. Понимаешь? Отлично. С сегодняшнего дня ничто больше не должно влиять на твои решения, на твои цели, на твои желания, на твой выбор и на твою жизнь. Потому что все это принадлежит только тебе. Посмотри сейчас на то, что ты делаешь в течение дня, в течение недели и месяца. Уверен, у тебя много дел. Ты трудишься, не покладая рук. Но задай себе вопрос. Все эти действия как влияют на твой результат? Все эти действия подчинены ли твоим целям? Или они подчинены целям других людей? Возьми, сделай список своих дел за прошлую неделю. И напиши напротив каждого действия, что сделано из того, что нужно лично тебе. А что сделано, потому что тебя подталкивали и отвлекали другие люди. На кого ты тратишь свою единственную драгоценную жизнь? Потому что каждый час, каждая минута – это твое время, которое ты уже не вернешь. А время – это и есть твоя жизнь. У человека, такого как ты и я, все действия должны подчинены быть реализации нашего собственного потенциала, твоего потенциала. Иначе неудовлетворенность жизнью будет постоянно тебя преследовать. Я уверен, у тебя, как и у меня, большое желание сделать в жизни нечто выдающееся.
даже если это желание пока спит в тебе, оно будет просыпаться. Помоги им, постарайся. Ты об этом не пожалеешь. Поверь. Возможно, не сейчас, а через несколько месяцев тебе захочется стать чемпионом, номер один в каком-либо деле. Амбициозные цели в чем-то стать лучшим в мире. Они больше всего развивают тебя как человека. Во всех смыслах. Вот так это все работает. А для этого нужно лидерство. Взятие ответственности на себя. За свой результат. За свои действия. И когда наступит завтра, помни, у тебя всегда есть выбор что-то делать. Этого у тебя отнять никто не может. Так вот, делай только то, что считаешь нужным тебе, что ведет тебя к твоему результату, к реализации твоего потенциала, к достижению твоих целей и желаний. Прямо сейчас сформулируй для себя четкую мечту, и она уже завтра поможет тебе не сбиться с маршрута. Потому что если ты не видишь, куда стремиться, ты просто дрейфуешь и закончишь нигде. Именно мечта поможет тебе не отвлекаться на постороннее. Сейчас мы перейдем к очень важному. Будь внимателен. Весь твой успех и достижение твоей мечты – это получение. Это, по сути, то, что ты хочешь получить. Это твой фокус на получение. Человек так устроен. Я хочу получить, получить, получить. Но это все следствие того, что ты отдаешь. Следствие. Отдача. Вот причина. И на этом строй весь свой фокус. Необходимо что-то делать для общества, для людей. Что-то отдавать. А достижение твоих целей и мечт придет тебе в виде благодарности от общества, как следствие. Только за то, что ты отдаешь, тебе общество может дать то, что ты хочешь. И это основная ошибка, которую большинство людей допускают. Слишком большой фокус на получение. А в итоге ничего. Если у тебя недостаточно успеха, недостаточно того, что ты хочешь, это значит, недостаточно пользы принесено тобой обществу. Притом это по мнению общества, это очень важно, по мнению других людей. Запомни это. Твое мнение никакого значения в этом не имеет. Имеет значение то, что считают люди. А люди готовы заплатить большие деньги за ту пользу, которую они получают и которую ты можешь им дать. Под пользой я имею в виду широкое понятие. Эмоции, знания, энергия, товары. Поэтому держи фокус на удовлетворении большого количества людей. В этом и заключается проблема большинства. Они получать хотят много, а отдавать нет. А что такое отдача? Это выполнение множества действий, которые удовлетворяют потребности людей. Тебе придется постараться делать много действий. Очень много и притом быстро. Порой даже не задумываясь и не сомневаясь. Стань сначала человеком решительным, человеком действия. И это главное. Сомневаться будешь уже после того, как сделаешь что-то. Действие – это выстрел. Сомнение – это прицел. Многие люди долго прицеливаются, а выстрел так и не делают. Какой в этом смысл? Научись сначала решительно действовать, а потом будешь корректироваться. Сначала действие, а потом сомнение, туда ли ты стреляешь. Понятно?
С сегодняшнего дня, как только ты будешь видеть возможность, которая ведет тебя на новый уровень, сразу действуй, не тяни. Успешные люди так и делают. Я принял решение заняться суши-мастером молниеносно, как увидел эту возможность. И сегодня у меня 175 ресторанов. Вот так это работает. Мир реагирует не на твои размышления, а на твои действия. Действие, действие, действие. Вот залог успеха. Это мог быть простой телефонный звонок, или встреча, или выезд на какое-то обучение. Научись видеть возможности и превращать их в реальные действия. И никогда, запомни, никогда не откладывай на потом, потому что этого потом так и не наступит. Человек, который так действует, неумолимо идет к результату и достигает его. Потому что каждое небольшое действие открывает цепочку последствий и других возможностей. Каким бы незначительным оно казалось, в каждом из них скрыта великая сила. Действуй так всегда и помни, что ты никогда заранее точно не знаешь, какое действие принесет тебе нужный результат. И никто этого не знает. Ни ты, ни я, ни самые богатые и успешные люди, которые достигли многого. Никто. Увидеть это можно только тогда, когда ты начинаешь совершать много действий. И одно из десяти становится тем действием, которое все переворачивает. Но для этого нужно сделать не одно, не два, не три действия. Их нужно сделать минимум 10. Понимаешь? Не бойся ошибаться. Майкл Джордан, самый лучший баскетболист в мире, стал таким, потому что 9000 бросков он промазал. И это нормально. Ошибки – это норма. Поражение – это норма. Неправильные действия – это норма. Только через них ты придешь к победе. Ненормально – это не вставать после поражения. Перестать двигаться дальше. Вот это ненормально. Победитель всегда встает. У него нет просто другого варианта. Он не видит другой дороги. Я сотни ниш в бизнесе перепробовал. Столько ошибался, столько времени ушло на все это, пока не нашел ту, где можно построить великую компанию. Поэтому действуй, не бойся. И когда ты начнешь делать много нового, ты войдешь в спираль успеха. Потому что перестанешь замечать все неудачи. Ты просто не будешь успевать это делать. А будешь успевать видеть только то, что у тебя получается и дает результаты. Потому что именно оно открывает тебе целый ряд новых возможностей. Тебе важно просто сделать шаг. Потом еще один. И еще один. Просто делай. Сейчас мы подошли к главному. Запомни цепочку последовательности, по которой ты будешь двигаться. Только так ты сможешь выйти на новый уровень жизни и прийти к результату. Мечта, мышление, действие, результат. Результат – это всего лишь следствие твоих действий. И эту закономерность большинство людей прекрасно понимают. А вот что действие – это следствие твоего мышления, об этом мало кто догадывается. И мало кто уделяет этому внимание. В сутках 24 часа. Все это время ты всегда что-то делаешь.
То есть ты в любом случае как-то действуешь. Даже если ты лежишь на диване и смотришь это видео, ты действуешь. Ты лежишь и смотришь, и думаешь. Человек не может не действовать. И это всего лишь следствие того, как он мыслит. Ты смотришь это видео, это действие, которое выполняется как следствие определенного твоего мышления. После просмотра видео ты по-другому будешь уже как-то мыслить. И ты увидишь следствие, что твои действия станут другими. Все люди в своих делах отталкиваются только от того, как они мыслят. К примеру, человек, работающий кассиром в магазине, завтра выйдет на работу, потому что именно в этом он видит возможность заработать себе на жизнь. Предприниматель откроет бизнес, так как он увидит нишу и решит, что в ней можно построить компанию. Инвестор завтра вложится в какую-то компанию, так как он почувствует вариант выгодного вложения денег. Все эти действия – это следствие того, как мыслят люди, того, что у них в голове. Поэтому весь секрет успеха заключается в мышлении. Весь свой фокус направляй на повышение эффективности своего мышления. И действия будут незамедлительны. И самое главное, они будут попадать в десятку. А если они будут попадать в десятку, то это значит, ты будешь получать нужный результат. Посмотри на всех людей вокруг. Посмотри на тех, кто добился меньше тебя успеха, и тех, кто добился больше тебя успеха. Что нас всех отличает друг от друга? Только одно – это то, как работает наша голова. То, как мы мыслим. Отличий больше никаких нет. Люди с большим успехом этого добились только потому, что видели ситуации, которых не видел ты. Интерпретировали ту или иную картину не так, как ты. И это связано с их способностью мыслить определенным способом. Ты не можешь сегодня резко начать делать те действия, которые уже завтра дадут тебе все то, что ты хочешь. Это вопрос исключительно постепенный и зависит от уровня твоего мышления, которая, кстати, развивается также постепенно, не скачкообразно. Так что трансформация твоей личности будет не быстрой, но расти она будет в геометрической прогрессии, поверь. И она уже началась. Бедные люди и люди с посредственными результатами всегда будут среди нас. Потому что это все начинается в голове каждого из них. Посмотри, это даже читается в их словах, в том, как они говорят. Их слова становятся для них их реальностью. Приведу пример. Когда они говорят: «Я не могу себе этого позволить, я не могу это сделать, у меня нет времени на это», в этот момент они сдаются. Они становятся тем, что они говорят. Они убегают сами от себя и бегают таким образом по замкнутому кругу. Очень легко себе так сказать и еще найти кого-то, кто в этом виноват. И самое интересное, что даже в тот момент, когда они действительно могли это сделать, например, пойти в спортзал, такие люди все равно скажут: «Я не могу». И правда будет в том, что они обманывают сами себя. Достаточно подумать иначе. Как я могу себе это позволить? Как я могу это сделать? Уже этот вопрос открывает разум человека, а утверждение, наоборот, его закрывает. Это один из примеров, как из-за своего мышления люди сами себя лишают многого. И становятся, по сути, тем, кем говорят сами. Пока ты не изменишь свое мышление, ничего не поможет. И если у тебя мышление бедного,
ты всегда будешь бедным материально. Ничего не сможешь достигнуть и реализовать. Если ты не хочешь учиться этому, то я не смогу тебе помочь. Это то, что как раз не хватает большинству людей. Я называю это мышление миллионера. Я так и назвал свою программу обучения «Мышление миллионера», которую я создал именно по причине того, что мне самому ее так не хватало в начале моего пути, и которая помогает мне и по сей день. Потому что этим вещам нигде не учат. Хотя я считаю, что это должна быть базовая программа еще в школе. В своей школе на этой программе я преподаю исключительно то, что использую в своей жизни. То, что дает непосредственно мне и моей команде результат. Вся моя команда обучается на этой программе. И не только. Сотни людей, лидеры, обучаются на этой программе, раскрывают свой потенциал и добиваются существенных результатов. И сегодня тебе очень повезло. Я готов взять тебя в эти ряды. Я расскажу и покажу тебе, как должны измениться твои привычные повседневные мысли, чтобы превратиться в мощное и созидающее мышление миллионера. Каким должны стать твои действия, чтобы маленькая яркая искорка, подаренная Творцом, разгорелась в победное пламя творчества. Как ставить себе высокие солнечные цели и добиваться их? Как отдавать другим свою энергию, чтобы она при этом приумножалась многократно? В чем искать свое предназначение и как построить успешный бизнес? Как жить счастливо, наконец? На этой странице у тебя есть возможность заполнить форму. Прямо сейчас вбивай свои контакты, бронируй участие. Не откладывай на сегодня то, что можно сделать сейчас. Иначе можешь не успеть. Дверь открыта в течение нескольких дней. Только в течение этого периода у тебя есть возможность на самых выгодных условиях включиться в очередной поток, который стартует с начала следующего месяца. Места заканчиваются. Цена через несколько дней вырастет на 40%. Бронируй участие сейчас. Что тебя ждет на программе? Уже 1 числа следующего месяца ты получишь доступ к порталу обучения. Там ты увидишь задание от меня, которое необходимо будет сделать. Мы с тобой определим твои сильные и слабые стороны. Ты сформулируешь свою мечту, преобразишь ее в цель и спланируешь алгоритм достижения ее. А в процессе твоего движения мы будем работать над мышлением. Программа включает в себя 14 блоков, начиная от самореализации и лидерства и заканчивая карьерой, бизнесом и деньгами. Каждый блок четко прорабатывается на уроках лично со мной. Уроки проходят 2 раза в неделю онлайн, в прямом эфире, на которых мы встречаемся, и кроме разбора темы, мы работаем лично с тобой по твоим вопросам. После каждой такой встречи ты будешь получать домашнее задание на выполнение. А раз в неделю я от тебя буду требовать отчет о выполнении этих действий и твоих результатов. Также ты получаешь доступ к библиотеке знаний, где сможешь в любую минуту получить ответ от меня на любой возникающий у тебя вопрос в течение 24 часов, 7 дней в неделю. Я 10 лет преподаю, и все самые сливки огненного контента структурированно собраны в одном месте, доступ к которому ты будешь иметь со смартфона через приложение или любое другое устройство. Библиотека работает как YouTube.
Достаточно тебе вбить свой запрос, и ты немедленно получишь ответ. А это значит, в любое время суток у тебя будут ответы на все твои вопросы. Я вижу, как со студентами моей школы происходят кардинальные изменения. Благодаря трансформации своего мышления они становятся профессионалами своего дела и зарабатывают много, запускают успешные стартапы, выводят свои бизнесы на новый уровень, избавляются от своих страхов и обретают лидерские качества, налаживают гармонию в семьях и отношениях. За время программы ты найдешь свое предназначение в жизни и раскроешь свой потенциал. Ты определишь свою цель и начнешь достигать новые результаты в жизни. Ты сформулируешь эффективное мышление и отработаешь навык действовать. Ты разовьешь лидерские качества и уверенность в своих силах. Выйдешь на новый уровень жизни и обретешь финансовую самостоятельность. Мы будем вместе ежедневно двигаться к твоему выходу на новый уровень жизни. Только представь, что будет через год нашей с тобой работы. Ты можешь себе это представить? Каких результатов ты добьешься? Сегодня я даю тебе эту возможность. Выбор за тобой. Тысячи учеников моей школы уже извлекают пользу от обучения. Им удается преобразовать все обретенные знания в практические результаты и финансовые показатели. И я очень люблю наблюдать за успехом своих выпускников. Сегодня ты можешь стать одним из них. И последнее, что я хочу тебе сказать. Жизнь слишком коротка на раскачивание, обдумывание и долгое принятие решений. Жизнь слишком коротка, чтобы жить потом. Жить и действовать нужно сейчас, чтобы успеть сделать все то, что ты хочешь, чтобы насладиться всем этим вдоволь, чтобы не жалеть. Хочу продемонстрировать тебе кое-что. Нарисуй отрезок и разметь ее как линейку на 90 сантиметров. Каждый сантиметр – это один год нашей жизни. Отметь на ней точку, которая соответствует твоим годам. Я для себя поставлю отметку на 50. Лично для меня до этой отметки часть линейки уже закрыта, а у тебя до твоей. Как ни крути, но эти годы уже ушли. И не факт, что после 80 мы с тобой будем в хорошей физической форме. Это все, что у меня осталось. А твой отрезок – это все, что осталось у тебя. Может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Но это все, что у тебя осталось. Для того, чтобы осуществить свои мечты, для того, чтобы реализовать свой потенциал, для того, чтобы быть счастливым и ни о чем не жалеть. Сегодня пройдет еще один день. Завтра пройдет еще один день. Так придет день, когда ты будешь пожилым человеком. И ты будешь сидеть в своем кресле. И ты задашь себе вопрос, а все ли реализовано, что хотелось? Раскрыт ли на максимум тот потенциал, который дала мне природа? Горжусь ли я своими действиями и достижениями? Жизнь слишком коротка, чтобы долго думать и не действовать. Действуй сейчас. Действуй немедленно. У тебя просто нет другого выхода.